Посмотрю в других странах, что творится.
уже побывать успели? Я не успела, я смотрю на много телевизор.
обиделись? Нет, ну это уже наглость. Паша, вы что такое? Почему под оркестр? Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Все в порядке, ваше высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минут на минуту. Просил передать, чтоб не расходились. Нет, ну это уже наглость. Паша, вы что такое? Почему под оркестр? Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, обходят флангов. Кого? Ну, всех. Война это... Вы знаете? Я помню, ваше высочество, когда... Достаточно. А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, обходят флангов. Кого? Ну, всех. Война это... Вы знаете? Я помню, ваше высочество, когда... Достаточно. Война это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Война это... Yeah.
город. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться.
какой еще хомут? Планета, где меня родили. И меня. Ночь. А здесь теперь всегда ночь. Тут воздуха нет нифига. Как вы здесь живете? А здесь давным-давно никто не живет. Нас плюкани трынкликировали, пока мы на гастролях были. За что? За то, что мы их не успели. А вы их за что? Чтоб над головой не маячили. И все погибли? Конечно. Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хадут копейки стоит. 63 чадла. Мы месяц по галактике маму попоем, и планета у нас в кармане. А еще месяц и воздух купим. Воздух наш. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какого это удовольствие? Молодой еще. Половина планеты ваша, половина наша. Ёп. Соблазнительно, конечно. Нам на Землю надо, ребята. Давайте быстрее, а то через полчаса страна вскрывается. Thank you.
каждого псевдонимова единолично и всех псевдонимовых с начала веков. Рабством. Еще до каждого псевдонима единолично и все.
хотел бы помочь каждому, если возможно, еврею, не еврею, черному человеку, белому. Мы все хотим помочь друг другу, так как вы уже люди. Мы хотим жить счастьем друг друга, а не страданием. Мы не хотим ненавидеть и презирать друг друга. В этом мире есть место для каждого, а добрая земля богата и может обеспечить каждого. Образ жизни может быть свободным и прекрасным, но мы сбились с пути. Алчность отравила человеческие души, забаррикадировала мир ненавистью, втянула нас в нищету и кровопролитие. Мы развили скорость, но закрылись в себе. Техника, дающая изобилие, оставила нас в нужде. Наше знание сделало нас циничными. Наш ум жесткий и недобрый. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Больше, чем машины, нам нужно человечество. Больше, чем ум, нам нужны доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь будет насильственной, и все будет потеряно. Самолеты радио сблизили нас. Сама природа этих изобретений взывает к доброте в людях, взывает к всеобщему братству, к единству всех нас. Даже сейчас мой голос доносится до миллионов людей во всем мире, миллионов отчаявшихся мужчин, женщин и маленьких детей, жертв системы, которая заставляет мужчин пытать и сажать в тюрьму невинных людей. Тем, кто слышит меня, я говорю, не отчаивайтесь. Несчастье, которое теперь постигло нас, это всего лишь приходящая жадность, горечь людей, которые боятся пути человеческого прогресса. Ненависть людей пройдет, диктатуры умрут, и власть, которую они отняли у народа, вернется к народу. И пока люди умирают, свобода никогда не умрет. Солдаты, не отдавайте свою честь животным людям, которые презирают вас, порабощают вас, которые пленят ваши жизни, говорят вам, что делать, что думать и что чувствовать. Кто тебя тренирует, кормит, обращается с тобой как со скотом, использует как пушечное мясо. Не отдавайтесь этим неестественным людям, машинам с машинными умами и машинным сердцем. Вы не машины, вы же не скот, вы мужчины. В ваших сердцах живет любовь к человечеству. Ты же не ненавидишь. Ненависть нелюбимая и противоестественная для нас. Солдаты, не боритесь за рабство, боритесь за свободу. В 17 главе Евангелия от Луки написано: «Царство Божие внутри человека, не в одном человеке и не внутри людей, во всех людях, в тебе». У вас, людей, есть силы сделать эту жизнь свободной и прекрасной, сделать эту жизнь прекрасным приключением. Тогда во имя демократии давайте воспользуемся этой властью. Давайте все объединимся. Давайте бороться за новый мир, достойный мир, который даст людям возможность работать, который даст молодежи будущее, а старости безопасность. Благодаря обещанию этих вещей живот